Спасибо вам огромнейшее. Я вас попросил очень носочек. Там есть носочек. А, есть, да? Ну, вот, спасибо вам. Подожди, возьми, пожалуйста. Полентай тебе еще. И кормят с этого автобуса, и перевязки делают, и одежду дают. Все делают. Вам, как я понимаю, помощь нужна, да, какая-то медицинская? Да, медицинская помощь. А что случилось? Ожог. Ожог? А как его получили? Отрубил. Как? Отрубил. От трубы? Да. Вы в теплотрассе живете? Да. А вот в холода как живется у теплотрассы? Как выжить, не обморозиться и так далее? Можете как-то объяснить, рассказать? Вообще трудно так. Трудно? Почему? Да. Ну вот нас живет 8 человек. 8. А коммунальные службы вас как-то не гоняют? Полиция? Нет, они как-то входят в положение. Вот недавно тоже приезжали, там делали как бы это. Ну у нас чистота, там порядок, мы же не мусорим ничего. Мы не забухиваемся там, у нас там как бы. Есть, наверное. Да есть, конечно, бывает. Прям до драк доходит? Ну, бывает, конечно. А как это происходит? Не, ну они просто говорят, раньше здесь жили, поэтому давайте уходите, да, приходится уходить. Место, да, то да, есть да. Искать все новое место получается. А если не уходить, то что? Тогда там дело и до драки может дойти. Не да знаю, что у человека на уме. С ножами же ходят, со всеми инструментами, с отвертками лазят везде. Бездомные какие сейчас наибольшие проблемы из-за со здоровьем? Эти термические ожоги, это обморожение, да. Нам нужны добровольцы, участвующие в нашем нелегком труде, да, вот как бы. И помимо добровольцев нужно, чтобы люди со стороны жертвовали нам теплые вещи, независимо. Как бы от того, что независимо, что кому они жертвуют, несмотря на лицо этого человека, то есть хоть он пьет, хоть он не пьет. А зубная есть просто, есть вам? Тут все есть. А, есть? Да. Я что, подарки? Да. Садишком, ты что? Ваша, у меня 3 ребенка, 2 ребенка. Мансур, как зовут?